Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте сегодня посмотрим, новая игра вышла. Игра недорогая, 500 рублей. Ужастик. Поглядим, что она собой представляет. Графику я улучшил, это очень мальноватая она. Mi nombre no importa, pero podéis llamarme Desmond. Fui entrenado Прохождение para только на YouTube. Первой части везде я заливаюсь. Desde siempre esta nación ha sido gobernada de manera absoluta por una institución llamada el Ministerio. El Ministerio, a punto ya de formar parte de la Unión Europea, ordenó borrar cualquier vestigio de sus terribles actividades. Entre ellas, los hechos de Oak Grove y los siniestros experimentos del Dr. Llewellyn. Mis órdenes eran penetrar en la arboleda de Oak. Una vez allí, recuperar ciertos documentos. El diario de registro del guardia de la arboleda, en el despacho de su casa de madera. Documentos oficiales del ministerio, en el laboratorio de la mansión Llewellyn, situada al otro lado del lago interior. Как обычно, заезженный сюжет, los expedientes, ну, то есть, de los experimentos secretos поражение, que se наверное, allí, поэтому... en el despacho del hospital experimental. Замку. Una vez recuperado el material, la única forma de escapar Лестница Харона называется, по-моему. Un pasaje secreto que solo Llewellyn conocía. La noche siguiente, a las 10 en punto, traspasé la verja de Oak Grove. Segundos después, el portón se cerró definitivamente. Subtítulos вообще профессионально сделаны. Смотрите, даже второй es algo свой. Que el mundo debe conocer. Аккуратен. Soy el agente nombre en clave de Desmond. Молодцы, ребята. Субтитры вообще прям идеальны. Es mi historia. У нас сейчас дорогие игры так не делают. Да. Квадрат просто вот так черный. Да. Ой, мама дорогая. Оптимизация чувствуется, нам тут не видать. Я ее сделал немного поярче. Parecía advertirme de lo que me estaba esperando esa noche. Блин, ребята, это... Настроек больше нет никаких, я сейчас хотя бы гамму прибавил. Mi abrigo no podía protegerme del frío viento y el silencio convertía aquel bosque en un lugar desolado. Листья только падают, пока это что он там, да? Не Андромеда? Кстати, смотрите, у меня там космос. Последняя часть про Андромеду. Мама. Еще опасные болезни. Редкие, самые редкие болезни. Ужасные. Лара Крофт сейчас я решил пройти. Сейчас Дезекс хочу начать. Podía старую seguir часть. Viviendo allí? Los que fueron confinados en Более 900 роликов. Hace casi 40 años. И не только seguramente игровые. Estarían todos muertos. Эх, блин, кобыла какая-то прокобылилась. Стоять бояться. Куда она? Я, видите, играю в ужастик и сам как ужастик. То есть... La majestuosa mansión Llewellyn, en medio del lago. В ужасах говорят там, не ходи туда, и они все равно туда идут. Вот так же я играю. Por un momento, una ráfaga de frío viento me empujó suavemente hacia la otra orilla, atrayéndome hacia... Ну, картинка приятная, я не скажу, что прям хорошо сделанная, но приятная картинка, но оптимизации подходит к Zero, блядь. У меня плавает мышь, но, то есть не хватает мощности компьютера. Ба, черт какой-то, зачертился. Стоять? Бояться. Фонарик нет? Esta debió haber sido la casa del guarda, frente al embarcadero, controlando como un fiel vigilante los secretos de la mansión Llewellyn. Загрузки поперли.
Я думал, они во время игры были. Видели, там лагало во время игры. Я думал, это как раз загрузки. Нет. Lo que antes fue la casa del guarda, ahora parecía un lugar abandonado. Карточка начала надрываться. 75 градусов. Но это я уже сейчас поставил, конечно, не на балконе компьютер, поэтому... Ну и вы знаете, в последнее время мне, конечно, не очень нравятся вот такие игры, именно в домах шарохаться. Надо и там, и там. То есть очень вот это все в последнее время... Господи, я там двери мог открыть. Я же забыл, что у меня кнопки-то не переназначены. Я мог тут открывать двери. Похоже на то. Ага, хрен. Тут шарохает, слышали? Пробежала какая-то мерзость. Да... Ну, чё не так-то, блин? А ту дверь, а может, ту дверь тоже так же откроем? С напором, как говорится. Ключа, по-моему, уже нету. Ну, кнопки что-то пока не подсказывают. Здесь вот подсказали, может, дальше тоже будет. Нет, что-то, ребята, я ваш слишком это... Наверное, да? Вот наоборот бы... Вот это может включить. Поинтереснее выглядит. La madera desprendía un intenso olor a humedad y sus crujidos sugerían antiguos secretos que aún no habían sido contados. Итальянцы из Воронеж. Здесь Е рабочая, как положено. Че тут про науку без... Я вам буду открывать, если я не что-то буду читать, что-то нет, чтобы вас не задерживать. Так это что за дверь? Я был там? Я пришел или нет? Или отсюда вот я пришел? Все, началось это, дверей куча. El viento soplaba a través de los alféizares de las ventanas, emitiendo suaves sonidos. О, девка какая-то. Стоять бояться. Как обычно, миллиард дверей. Сейчас будем каждую дверь ковырять. Вот она, эта соплячка. Галерея. Только бы вот в этих темных углах ничего не будет доспрячет. Вот это будет серьезный минус. Я ненавижу это, когда там под темных, блядь, что-нибудь спрячет. Да? Кто тут бросает? Невидимка? Чел-невидимка? Esa habitación era diferente. Ну все, субтитры пропали, блядь, нормальные. Parecía una habitación infantil. El ambiente era cálido y la temperatura sugería que alguien había estado allí recientemente. Ну, alguien que probablemente aún vivía en la casa. Собаки пируют, ничего себе.
Ну вот эту лестницу надо отыскать. Что это там подразумевается под этой лестницей? Не знаю. Настоящая ли лестница? Нет. Как ключ выбрать? От сейфа. Все, будем знать. Блин, вообще, вы посмотрите, тут с ума сойдешь, шарохаться по всем этим хренотеням. Так, я отсюда вот вышел, да? Двери лучше хоть бы не закрывались, а то сейчас закроются. Тоже не поймешь, был я там. Их, что такое? Какая-то обезьяна. Так, отсюда я поднялся. Вот, смотрите, рацию. О, сохраненка. Ага, будем знать теперь, да? Ну, здесь ничего не берется больше. Все, просто стол сохранения, да? Сюда, наверное, мы не пойдем, потому что слишком темно. Покойнички с косами стоят. И тишина. Так, все, там, наверное, обшарил все. Алло, кто-то дома? Так, здесь я был. Так, здесь что у нас такое? Просто угол. Вверх я обошел. Их ты, блин. Камеру дернул. Кто здесь? Перестань. Это что за чел? Тоже здесь будет шарохаться персонаж. Что-то у меня там вообще семь. Да, игрушки, конечно, эти напрягают железки, блин. Чё говорить, слабые студии, что ж тебе. Это не Лара Крофт. Я вот сейчас ее заливаю, там вообще не слыхать видео. А я ещё в записи, ребят, извините, тоже напряг для видюхи. Для процессора. Так, здесь я сейчас только что дернул эту дверь. Сюда я сходил, здесь сходил. Давайте посмотрим, как говорится, по-мужски, блядь, с палкой, блядь. Дайте мне палку, я тут начну все крушить. Помойки какие-то. Бля, фонарик бы сейчас вот, я не знаю, есть он фонарик, нет, черт его знает. Здесь кнопки-то не переназначишь, ничего. Такого шикардоса нам не дали. Так, вот это вот входная дверь, да? И отсюда вроде вылупится. Что-то совсем уж темно стало, да? Совсем прям не видать, что стало. Что-то гам... Почему гамма-то слетает, я не пойму. Сама по себе темнеет, блин, как в игре. Так, ну где я еще не был? Черт ее знает. Сейчас я уже как свинья в апельсинах. Стрял, блин. Че, опять на второй этаж, что ли, идти? Все я тут обшарил. Так, это первый. Здесь некуда больше пройти. Это на выход. Так. Сказал чудак. Так, где? Не надо закрывать. Я буду знать, почему открыть тут все. Давайте еще раз попробуем наверху там пошарить этих туземцев по карманам. По кладовым. Так, там я был. Тут я был. Здесь я тем более был. Тут нет прохода. Там я тоже не могу пройти, да? Здесь вот как раз нужен, наверное, фонарь.
Так, щелкнемся на всякий случай, сфотографируемся, как говорится. Так, что такое? Скрест какой-то. Я говорю, где-то в потемках сейчас что-нибудь запрячет, бля. Потом ройся. Дом-то вроде небольшой. Запутаться-то вроде не запутаешься. Мне кажется, я где-то что-то... Я вообще люблю быстро игры проходить, но... Быстрота мой враг. О! Чё себе, эта матрёшка всех лупит, наверное, да? Ну, ещё мне не нравится в играх, когда вот надо обязательно что-то сделать, чтобы дальше пройти. Ну, по-моему, не по-английски написано. Ёлы-палы. Все я посмотрел, все вроде. Так, у нас ключ от сейфа, точно. Вот сейчас я только вспомнил. Значит, где-то надо найти сейф. Давайте отсюда и начнем. Так, что-то я то ли прозевал, то ли ни сейфа никакого не видел. Это что за коробка, блин? С патронами? Часы вроде не похожи. Так, это пока ничего не работает. Не хочет открываться. Так, здесь сейфа тоже нет, да? Детская, какой-то нахрен сейф? Здесь вообще не пойми, что какая-то кладовка. Какая-то там днище какое-то. Так. Здесь мы осмотрели все, идем дальше. Опять все потемнело, черт твою мать. Куча. Так, здесь вот у нас сейф нет никаких. Коробки с дрянью какой-то. Так, ага, вот может здесь. Что тут плита? Жрачка, кухня. Тоже вот это какие-то, наверное, подсказки, бля. И старше все. Бродилка по комнате. Вот эта дверь не открывается вообще никак. Здесь вот что такое? Смотрите, это я попал. Ну там шарохается все. Что-то такое. А, чашка это. Все? На жопе я. Эта дверь одна единственная не открывается дверь. Шляп. Шляп сними. Может вертушок, но... Не знаю, что-то на сейф не похоже тут ничего. Может, в самом большом зале вот здесь. Картинку тут опять повесил. Она вроде упала, эта картина. Так. Что, кухня здесь, что искать-то здесь, нет ничего. Вот здесь еще отковырять надо гвозди этим. Ну где этот молоток тут, чертовой матери, найдешь? Может, он где-то и есть. Сковородкой дать нам, подпуском сковырнуть. Ломик какой-то надо.
Че, давно оставили? Не так давно. Ну, я ж... Яблоко хорошее. Тут здесь живет, а мы тут шуруем. Так, может какая-то подсветка тут есть, может предметов что-то, ничего не подсвечивает. На улицу дверь, понятно, что это не уличная. Вот так как-то, ребятки. Че я тут пока найти не могу? Да какие-то доски, что ли? Он не присаживается? Не присаживается. Это что такое? Записная книжка тоже ни хрена. Ни хрена, что-то. Все, я уж, по-моему, дом-то изучил. Почти. Только второй этаж остается. Где-то что-то там надо искать. И шуровать там что-то. Скачет по лестнице. Так, вот там у нас запись, да? Запись. Тут ничего не берется у нас. Чего у нас тут не берется? Здесь мы не можем пройти туда. Надо еще раз туда попробовать пройти, может быть, все-таки. Поиск предметов, блядь, начался нахер. Вот здесь я что-то не возьму. Какие-нибудь, может, темные углы. Так, надо войти в паузу и сделать. Надо убрать вот эту херню. Вот так, наверное, даже не надо паузу ходить. Все, стало светлее. Здесь какая-то печка, блин, стояла. Да, вот еще одна дверь не открывается. Слышите, вот это внизу там дверь, она почему-то вот сейчас я нажимал, ключ появлялся. Попробуйте все-таки нижнюю дверь сейчас там это пошурудить ключом этим маленьким. Но уже сказал, от сейфа, блин, зачем тут заводить заблуждение людей? Где-то должен быть сейф, где, черт его матери, возьмешь. Может, с этими картинами что-то связано? Так, давайте попробуем. Ничего тут не переставляется. Ничего, никак, никаких функций мне ничего не дает. Присаживается, он не присаживается, значит. Внизу он ничего не найдет. Чулан, что это за чулан? С пробитым дном. Так, вот сюда я хотел сходить. Может быть, тут что-то где-то есть проход. Вот он, есть проход-то, но я туда, он туда не идет. Чурбан-то идет. Железный. Чтоб ты заржавел. Ну не знаю я, что тут. Я уже вроде все облазил. Чего тут искать? Так, вот эту дверь надо будет вторую сейчас попробовать пошурудить.
Здесь на входе, может, я что-то прозевал. О, здесь вообще кодовый замок. Только я только сейчас заметил, блядь, вот тупица-то. Так, код, а сколько здесь? 4 цифры, да? Сейчас попробуем разобраться в этой хренотени. Как же я его не заметил, кодовый замок-то этот вонючий. Как шустро я хожу. Я думал, фонарь какой-то. Ну что, пойдемте к этим картинам. Что-то тут с этими картинами, наверное, связано во втором этаже. Сейчас мы... Не понял, а где здесь вход в эту комнату? А? Однако... Как туда пройти-то? Ладно, идемте наверх. Сейчас мы пошуруем там наверху. Посмотрим, что там с этими картинами. И вообще, загадки... Блядь, застрял между этими... деревья. Так, вот здесь вот. Это тут лески. Тут нет, картины 4 там эти. 4. Вот они. Ну и что, я как свинья в апельсинах. Что тут надо сделать-то? Кстати, у меня запись там нормально идет. Четыре сезона. Так, вот это вот что такое у нас? Лето? Зима? Да? Урожай, что ли? Что она там держит? Осень, может? Вот это лето, наверное, или осень? Она голая везде. Цифры я не вижу никаких. Че это? Может, по цифрам это? Ну-ка, стойте-ка. А с какой начинать? Какой у нас идет? Зима первая идет, да? Зима, ну давайте попробуем. Двойка, да? Зима, двойка. Зима, это весна. Вот весна или вот это вот, или вот это. Че она вот такой держит? Что это за хренососень у нее в руках? Ну, вообще-то осенью она, смотрите, не открытая. Какая же весна. Ну, это, скорее всего, осень. Вот это, может, весна. Цветочки она держит. А это лето она тут банкует. Во всем, да? Зима, весна, 3, 1, 4. А если это вот у нас... Ой, подождите-ка. Ни хрена не 3, 1, 4, черт возьми. 2. 2. Потом весна, 1. Потом лето, 4. И 3. Вот так, что ли? Какие еще могут быть комбинации? Так. 2. Зима, потом... Ну, это вот, наверное, ну, хотя вот, не знаю, это зеленым платьем, может быть, это вот лето. Ну, наоборот, давайте попробуем. 4, 1, 3. 3 у нас всегда, значит, 2 и 3, 2 и... Блин. 2 и 3, а там цифры в середине поменяем. Давайте так попробуем. Так, кодовый замок. Кодовый замок.
Сюда, что ли? Да, да. Так, давайте, значит, двоечку влупим. Так. Чё, пыри? Один. Ну, чудо. Не будет, наверное. Чё, нахер послали? Два. Два, один. Попал. Четыре. Три. Хрен там ночевал. Ну чё, не... всё? На жопе я, блин. Вот вам букет из роста. Так, еще картинки посмотреть там детские. Но мне кажется, там ни черта не было, эти картинки. Мне кажется, вот именно здесь код связан вот эти 4 сезона. Я так не разобрался, что там в этих сезонах. Так, здесь что у нас картинки есть? Кода-то нет тут никакого. Чего тут нет? Может, с шахматами как-то связано? Где шахматы у нас? Сколько тут фигур? Четыре тоже, да? А, вот как прибавлять, смотрите-ка. А в каком порядке-то делать их, черт его знает. Ну ладно, я сейчас запишу их. Вот двойка, да? Два, семь, да? Что там написано? Два, семь. Так, они вот так играли. Здесь еще у них. Четыре. Четыре. А здесь что у нас? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шестерка. Какие еще варианты могут быть? А может, с другой стороны? Вариант. Тоже вариант. В обратку. Да? Мне кажется, вот с этим тут надо гадать что-то. Ну, урожай собирать, это осень. Яблоки она собрала. Цветов нарвала. Цветы, это, наверное, весна все-таки, да? Ну вот эти две непонятные. Она и здесь с цветами, и там с цветами. Цифр никаких я не вижу. Ну да, она с голым седалищем, можно сказать, тут. Я понять не могу вот это вот. Я и так пробовал. Я местами их менял, ничего у меня не получилось. Ой, три. Тройка тут. Тройка. И один, четыре. И четыре, один. Чего у меня тут не получилось? Может быть, вот это вот какая-то из них осень, вот это.
вот, наверное, это цветение какое-то. Может, вот это, значит, два, может, вот это весна, 2-4. Лето яблоки, может быть, 3 и 1. Да что ты, блин, эскейп нажимаю. Выходить собираюсь из этого. И еще шахматы у нас, да, были? Давайте еще раз попробуем сейчас. Боюсь. Я не знаю, тут полная жопа, как я попал. Так, где у нас это? Давай, экспериментатор. 2, 4, 3, 1. Не знаю я, что тут делать. Так, 2, 7, 2, 7, 4, 6. Ну чего, как тут, блин? 6, 4, 7, 2. Все, нахер посылает. Хоть раком, хоть боком, блин. И шахматы я перебрал, и дрянь эту перебрал, 4 сезона, непонятно. С двойки начинается. Что там у нас было? 2, 4, 3, 1. Не знаю, какая-то хренотень, блядь, с этим кодом надо. Надо прохождение смотреть. Значит, посмотрел я сейчас подсказку там. Все двери у нее открываются, у мужика, да. У меня ни хрена ничего не открывается. Он как-то открыл еще одну дверь, это. Я в том кабинете вообще не был. Каких кодов он там не открывал. Мельком посмотрел, какую-то дверь он открыл еще. Я почему-то ничего не открылся. У меня ключ-то пропал. Вот эту дверь он открыл. Как он открыл? У меня нет этого ключа-то. Он что-то одним ключом два раза, что ли, открыл. Так, так, так. Может, я что-то не разобрался? Где-то еще один ключ валяется, значит. Ничего не берется тут. Газета эта чертова. На них тоже ничего не нажимается. Может, глюк какой-то. Я не могу вот эту дверь открыть. А мне ее надо открыть. Ну
него почему-то 3 ключа, по-моему, было. Так, может быть, вот там, где запись, может, на этом столе что-то тут. Я не облазил. Он что-то куда ни ткни, он везде сохраняет. Короче, нашел я 3-й ключ. Сейчас я покажу, где он лежал. Если я опять не забыл. От двери. Нажал на паузу и забыл, черт его знает, включить. Вот здесь лежал ключ. Я, значит, вот его взял. Пошел, открыл вот эту дверь. Блять, где эта дверь-то? Черт ее знает. А, наверху она. Блин, заблудился уже, нахрен тут закрутился. Вот ключ там лежал на этой хренотени. Надо было мне сразу поярче сделать, я тогда бы его увидел. А так я не увидел его. Так, вот здесь появилась корзина. Вот, я открыл эту дверь. Прочел здесь вот. Код. Значит, шахматная, значит, комната. Там у меня получается, значит, что? Появилась корзинка вот эта. А, вот, смотрите-ка, нажимается она на нее. Оба. А я что-то первый раз это прошел мимо ее и что-то нажал и... Вот эта картина, 4 штуки здесь. Вот я так понял, по этим штукам надо, вот. 4 сезона. Значит, шахматы 4 первые, да? 4 сезона. Потом у нас идет кухня, столовая и комната Дары. Вот Дары, вот здесь вот это тоже вторая. Я так без вас немножко разобрался, но... 5 игроков. 5 там? 5, да. Так, 5 игроков, что-то я не записал. Значит, 5. Комната Дары, да? 5. По этим бляхам я догадался, да. Что ж ты я там крутил, я вообще по сложному пути пошел, да. О. Здесь я еще уже не играл. Еще не играл я здесь. Я тут... Пошел вон. Нормальный мужик. А, корова. А, вот фотография-то была его. Что тут делается? Так, значит, столовая. Вот столовая. 3 матрешкина. И у нас еще... Да сейчас я подойду, да, бля, перестаньте нахрен. Людям объясню. И вот 2 чела здесь. Старик с старухой. И получается у нас, значит, 4, 2, 3, 5. Ну, бери трубку, что надо-то. Блядь, дайте какую-нибудь палку, блядь. Шлепнуть палкой по башке, блядь. Этому телефону. Так, давайте... Я уже забыл, куда я иду сейчас. Блин, оптимизации, конечно, здесь надо залить. Оптимизацию игры на эту игру. Это вообще жесть какая-то. Шкет, блядь, будь здоров. Так, 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 так. Мне надо код открыть, господи, поперся туда. Сейчас мы взломаем код, наверное. Я там по очень сложному пути пошел. Столовая здесь. Это не сюда, вот сюда. Кто дверь-то закрыл? Дверь закрыта, блин. Вы смотрите, блин. Вы что, обалдели, что ли, блин? Он что-то надрывается, я не пойму, что он надрывается-то. А, вон, надо снять трубку как-то. Алло, кто-нибудь дома? Его нет, вы вообще отойдите от двери. Может, сейчас? Все? В чем дело? Куда идти-то вообще, понять не могу. Прошел, блин, захотел, блин.
халявами. Может, надо набрать телефон какой-то там? С другими частями, да? Может, связаться по этому телефону, я что-то так... Ну, что толку-то? Чего я сделать ничего не могу? Дверь вообще закрыта. Опа, открылся. Их ты чё? Ну вот так зачем сделали? Лучше бы они это как пыль бы, да, вот, ну, рассыпались бы и засыпались, как говорится. Другую анимацию бы сделали. Мне кажется, было бы более эффективно. Ну давайте попробуем все-таки. Да хорош там базарить-то, дайте мне воткнуть. Да. 4. Так, кухня 2, столовые 3 и 5. Однако, вот так, ребятки. А вот и ключик. Управление, конечно, мне очень не нравится. Я, конечно, по-другому. Наружная дверь. Отец с дочерью. Вот этот черт там родил что-то. Ну, физическое развитие у нее приторможено что-то. Сложно, это вот какая-то. Как бы не сгорело это. Может, вот эта дверь там на улице? Тут тоже дверь? Так, а какие двери-то у нас еще? У нас еще вот здесь вот дверь. Вот так как-то, ребят. La noche era oscura. Y una densa niebla había invadido todo el paisaje. Podía sentir la humedad en mis huesos. Ну, игрушка-то вроде ничего, так... De repente, un reflejo marfil llamó mi atención. Allí, tirados en el suelo, estaban los restos de quien un día fue Seth, el guarda. Наверное, вот туда все-таки надо идти. Нет? Вон сопля это опять. Опять в дом, что ли, заманивает? Понять не могу. Нет, все, он не идет туда. Обиделся. С третьего раза, блин, пошел. Первый раз к этому трупу. Un camino sinuoso se extendía frente a mí, adentrándose en la oscuridad y la niebla. Вон дверь открылась. Кстати, в эти ворота я так и не дергался в прошлый раз. Al cruzar la vieja verja, un reflejo fatuo me advirtió de la presencia de un antiguo cementerio. Tumbas cubiertas de líquenes y erosionadas por el viento y la lluvia parecían... Ну, на кладбище увидел свет, он, я так понял, да, и сюда подписывал. Памятники какие-то. En un pequeño rincón, alejado del resto de las tumbas, se distinguían unas sencillas y humildes zona lápidas. Alfa, zona alfa, zona это, omega. Это альфа, да, вот. А это вот омега, что ли? Чё, блядь, фонарик бы дали хоть в игре. Я вообще, как, блядь, без фонаря-то играть, я не пойму. Может, я опять что-то не улавливаю, да? Куда сейчас вот идти-то? Ну, пробзделся я тут, и что? Дом опять, что ли, идти? Нет, закрыты уже ворота, закрылись, похоже, да? Давайте все равно ботнем по ним. На всякий случай.
хлеб-то. Лавкрафт, да, что-то напоминает. О, так. Ну вот я отсюда пришел. Да? Наверное, не надо сразу уходить-то все-таки. А в склеп-то что я не зашел? Сюда вот. Колесо. Нет. Что вообще все потемнело? Черт, не потемнело. Ну, наверное, опять сбивается настройка. Я вот что-то понять не могу. Смотрите. Каждый раз она, видать, сбивается. И с игрой что-то творится непонятное. Да. Вот сейчас стало поярче. Давайте тут пошарохаемся еще. Что тут, да, посмотри. Вообще тут, да? Ой, какой-то чёрт. Все этот хорек ходит, по-моему, да? Стоять бояться. Да что, блин, в обе стороны открывали бы двери, да зачем именно в эту сторону-то? Куда-то, блядь, провалился в какую-то трещину. Склеп какой-то я рухнул. Ой, игра сохранена. Ну, давайте, ладно, на этом остановимся. Для первого взгляда достаточно. Ждите прохождения. Думаю, что залью еще прохождение. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.